Здравствуйте! Сейчас мы покажем, как мы обрабатываем раны нашей Ирины, что мы для этого делаем. То есть вот мы берем складки все открываем и наносим туда этот спрей. Сейчас они у нас складочки намного лучше. Вот с этой стороны, посмотри, она вот прям туда в глубину нам надо добраться. Вот в эту глубину. То есть это мы обрабатываем складки. На саму поверхность раневую, вокруг раны, мы наносим вот у нас сегментарный гель. Его уходит много, потому что его надо... О, закончился, что ли, здесь уже, блин. И надо ее поносить несколько слоев. То есть мы наносим, он подсыхает и опять наносим. Не на саму рану, а вокруг раны. А на рану мы нанесем единол. Спреем. Он у нас в спрее. Мы его специально развели немножечко, чтобы он не подсушивал сильно. Но он стал мягче. Вот это. О, мягче, да? Мягче стало. Но тут, конечно, застой страшный. Сюда хорошо бы пиявки, но до пиявок мы еще никак не доберемся, потому что у нее сегодня температура. Поэтому сегодня мы вот эта нога, она похуже. Тут видно, вот эта раневая поверхность. Это все такое с пихтовым бальзамом, поэтому она такая темно-коричневая. Здесь вот очень сильно отходит, видно, прям кожа вся обходит. Вот здесь были открытые раны, как от гвоздей. Это все уже заживает и заживает хорошо. Но потом, через некоторое время, начинается у Ирины боль. Начинает там внутрь проникать. И хотя этот гель обезболивающий, видимо, там внутри какие-то процессы происходят. И больно, да? Да, начинает щипать. И зудит, да, немножко потом такой? Да. Это уже регенерация как-то идет. Здесь у нас уже подсохло, сюда мы опять наносим. То есть один флакон на 3 дня получается, даже меньше заканчивается. Ну, вот тут видно, вот здесь вот только немножечко течет, все остальное уже не течет. И складки уже не кровят, и сзади не кровит, и коросты нет, вот тут прям короста была. Сейчас мы вот в эти складочки сегодня уколем часть садора, который болезненный укол, потому что нам вот это надо убирать. И остальную часть уколем в живот. И посмотрим. О! О! О!